Здравствуйте, друзья! Я врач, сертифицированный на Кипре. Меня зовут Лариса Алексеевна. Я работаю в области семейной медицины, аллергологии, иммунологии в большой клинике Мединститут в Никосии. Если вас беспокоит длительный насморк, кашель, приступы удушья, частые простуды или обострение хронических заболеваний, хроническая усталость, нарушение сна, потери аппетита, головные боли, боли в животе, проблемы со стулом, советую вам прийти ко мне на прием. Мы проведем детальное обследование и выявим причины ваших проблем. Назначим лечение. Благодарю вас, жду вас.